Дорогие друзья, всем привет! Сегодня такое коротенькое видео, видеообращение к вам в связи с ситуацией в мире. Очень многие блогеры говорят о том, что YouTube скоро закроют. Поэтому хочу сообщить, что кому мой канал интересен, кто не хочет потеряться, да, то у нас есть альтернативная площадка, это Яндекс.Дзен. Эту площадку вообще я открыла в конце прошлого года, в декабре месяце. То есть для меня она достаточно новая. Но туда я уже загрузила 95% своих видео. Только буквально первоначальные видео, там штучек 10, может быть нет. Но я их впоследствии тоже туда загружу. Поэтому, если ситуация такая действительно произойдет, YouTube закроют, к сожалению, то я все свои видео буду загружать именно туда, на площадку Яндекс.Дзен. Мой канал называется точно так же, Демидова Анастасия с любовью о растениях. Поэтому подписывайтесь, буду абсолютно каждого рада там видеть. Ну а также можно добавляться ко мне в соцсети, это в Инстаграм и ВКонтакте. Кстати, ВКонтакте тоже есть такая возможность загружать видео. Но на перспективу, да, тоже я такую возможность рассмотрю. Пока, конечно, я буду все-таки загружать видео именно на Яндекс.Дзен. Все ссылочки оставлю под этим видео. Также постараюсь добавить в закрепленных сообщениях в прошлых видео под каждым, если хватит на это сил. Поэтому добро пожаловать, будем встречаться с вами там. Ну и, конечно же, пользуясь случаем, друзья, хочу пожелать нам всем мирного неба над головой. На сегодня все. Всем пока-пока.